Я так понимаю, что вот ваш ход мне очень понравился во время вот, работы на Олимпиаде. Такое селфи-видео, когда вы взяли камеру и прошли там через КПП, по лестнице. Причем не давали снимать. Я говорю, конечно, нет. Не давали снимать? Ну, запрещали, потому что нужна была аккредитация специальная. Я об этом не знала. У меня маленькая камера, бытовая совершенно. На нее я снимаю, кстати, свои фильмы на моей планете. Это ваша собственная камера, Это моя камера. И, в принципе, у меня есть такая линейка, она называется, если на профессиональном языке, «Одна на планете». У меня называется серия моих программ, и я снимаю именно на свою камеру, а часть фильма снимает профессиональный оператор, и он создает эффект уже настоящего кино, а я своей маленькой камерой просто не стесняю людей, не пугаю, аккуратно к ним подхожу, они на меня не обращают внимания и думают, что я обыкновенный турист, это за границей, а в России, когда я с этой камерой прихожу, люди тоже не смущаются, потому что они привыкли сами снимать друг друга на мобильные телефоны и такого же формата камеры, поэтому получаются живые эффектные моменты. Нет, это отлично было. На самом деле, если мы не говорим о соревнованиях, вот все, что не соревнования, это было самое запоминающееся. Да. Вот, во всяком случае, на сегодняшний день выставляли эту аккредитацию. То есть был эффект присутствия, можно было понять, как это на самом деле все происходит. То есть мне было это очень интересно. И все время, когда я вижу такие вот селфи, я все время беспокоюсь. Вот человек уже общается с камерой, он же может споткнуться. Насколько вы должны уверенно себя чувствовать в смысле пластики? Это привычка, уже дело привычки. Самое сложное было пронести факел и держать при этом камеру. Я тренировалась, потому что факел весит 2 килограмма 100 граммов при моих габаритах. Держать его на поднятой руке и снимать себя одновременно, держа камеру в другой руке. Это было достаточно сложно. Но я потренировалась, было в общем-то, вот вы было сейчас легко. Показали, так и было. Вы правой рукой держали камеру и левый факел? Да, именно так. Нет, но как? Я начала себя снимать, я приняла эстафету у Сергея Кужгетовича Шойгу. Я сказала какие-то свои слова, он подошел, я у него приняла огонь, а потом у меня камеру отобрали, потому что на ней был лейбл. И меня это, в общем-то, отчасти спасло, но все говорят, господи, 200-300 метров, это так мало. Для меня они были бесконечными, потому что я переживала, что с моей камерой, потому что у меня там эксклюзив. И я бежала быстрее, только бы мне отдали мою камеру. Потом я у них забрала сразу, как только добегаешь до финиша, своей небольшой, хотя, я считаю, все-таки приличной дистанции, почти 300 метров, собирается вокруг камеры и берут интервью. Я схватила свою, начала себя писать, давая интервью одновременно. Но это уже такие профессиональные моменты, к ним просто привыкаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».